Всем привет, дорогие друзья, с вами Лорд Вудный Ром, канале Железное Сердце. И сегодня мы продолжим играть игру P.T. Это одна из немногих игр, которая заставила меня залезть в гайды и почитать, что тут надо делать. Оказывается, все просто. Дверь заперта, подходишь к фотографии, нажимаешь на крестик. Элементарно, скажете вы. Ну а как я должен был догадаться, что это именно сделать так? Я обшарил тут каждый миллиметр помещения, я искал, как отсюда выйти. И все оказалось настолько просто. Просто подойти, нажать на крестик на фотографии. Там, кстати, была подсказочка, в принципе, если быть очень внимательным. И тогда мы сможем выйти беспрепятственно, что мы, впрочем, и сделали. И на стенах появляются различные надписи, которые еще страшнее делают прохождение. Вот тут немножко все поперемянялось. Та же гнетущая атмосфера, только свет уже не горит. И фотография, видите? Мы собрали практически все кусочки. Ой, что это за звуки? У нас отобрали фонарик, кстати. Жутко, правда? Красота какая. Еще только радио не хватало. На слюну определить не могу, что-то такое. Ну, что-то солененькое. Называется, играя такую извращенную демку, почему бы не поизвращаться тоже. Самый прикол, что у нас нет фонарика. Ладно, без фонарика пойдем дальше. Ходили мы, ходили. Ходили, ходили. А что тут делать, так и непонятно. Это одна из тех игр, которая самое мучительное прохождение. Слушайте, лялька кричит. Холодильник болтается, в нем кричит какой-то младенец. Пытается вылезти. А что делать, непонятно. Ходили, вот стены рассматривали тут. Фотография до сих пор не собрана. А младенец, конечно, жутковато. Те, кто использует детские крики и плач или смех в ужастиках, это просто извращенцы. Эти надпись «Hello». Позвони, телефончик, ну позвони. Позвони, телефончик, позвони. Позвони, телефончик. Но телефончик отказывался звонить. И знаете, где находится последняя деталь от фотографии? Если зайти в меню настроек и нажать R3, то мы получим последний кусочек от фотографии. Прикольно, правда? Но как игрок обычно должен догадаться о том, что в меню нажать R3? Там же не написано про это. Вот такой вот прикол. Но
Но телефон, походу, тут не действует, никто не звонит. Оп, мы отворачивались. Стало меньше буквок написано, видите? Оп, две буковки осталось. Вот это прикол. Ужасные звуки, блин, мурашки по всему телу. Выходи уже отсюда, давай перезагрузим этот мир. Уже 12 часов стало. Холодильник исчез. Зашибись. Надписи тоже поисчезали на стенах, но телефончик в упор не звонит. И ванночку закрыли. Офигенно. Радио играет. Что интересно, радио рассказывает такое интересное, занимательное. Противное гудение. Лампа пускай даже красная, как-то наблюдать ее приятнее, нежели холодильник. Телефончик возьмешься? Не, телефончик в упор не хочет отвечаться. Ну ладненько, выходим отсюда. Картины взбесились. О, ё-моё, что происходит? Глазики пучеглазые. Ё, куда идти? Блин, ну началось. Лялька исчезла. За жуткие коридоры бесконечные. Самый прикол, когда я пытаюсь что-либо объяснить происходящее на экране, меня жуть овладевает еще более сильная. Что это за такая мистическая игра, которую играть не так уж страшно, а когда озвучиваешь, что-то становится страшнее. Так и сколько я буду тут бегать?
принтер просто какой-то. Ванна, что ты мне тут покажешь? Дырка в стене. Я знаю про эту дырку. Отражение не вижу своего. Прикольно. Двенадцать часов. Давай, беги уже, короче, все. Пока тебя не съели. Убегай нафиг отсюда. Это звук надвигается страшный. Так, я уже запутался, в какую я сторону бежал. Я правильно вообще бегу? Какие-то звуки слышны. Пробегая в каких-то моментах, слышно что-то. Звуки какие. Сейчас остановимся, если услышим эти звуки. Как я, оказывается, умею быстро бегать. Кто бы мог подумать. Звучит. Дверь закрыта. Фонарика нету. О, картина упала. Чё это там происходит? Ничего не видно. Цензура, что ли, вырезала? Кто-то что-то страшное сделал. Где-то открылась дверка. Жуть. You got fired, so you drowned your sorrows in booze. She had to get a part-time job working a grocery store cash register. Only reason she could earn a wage at all is the manager liked how she looked in a skirt. You remember, right? Exactly 10 months back. Ты эта хрень, что ли, из раковины говорила? Назад пути нету. Что, я бегать разучился как-то? О, свет, наконец-таки свет. Опять у меня нету фонарика. Как-то туда-назад возвращаться вообще не тянет. Дверь так и закрыта. Ну чё ж, идём в подвал.
Картина собрана. Да я позже узнал, что если собрать картину, когда лазил, искал с этим крестиком, что делать, это если мы эту картину собираем, то на нас баба-монстр не нападет уже. Помните ту страшненькую морду, которая постоянно нам шею сворачивала? Вот. В общем, попадаем мы вот в этот момент. Тут тоже особо непонятно, что делать. Подвал закрыт. Дырка в голове уже есть, и дверь уже подвала не откроется. Поэтому называется вот мечи здесь и ищи, что делать. Появляются вот такие штуки. И фонарика у нас опять-таки нету. Отобрали. Вот видите, какие артефакты тут сыпятся, типа изображение портится. Когда такое происходит, мы должны подойти к телефону и посмотреть на него. Просто стоять и ждать. Какой-то демонический забродный голос нас то ли зовет, то ли что делает. И нам сообщают о том, что игра поломалась, короче, все будет работать во время релиза выхода игры. Короче, ты все сломал, называется. Студия 7780S. И как будто бы все начинается сначала. Наверняка многие подумали, что они прошли демо-версию. Как говорится, бросили ее. Ну, благодаря Ютубу мы знаем, что это не так. Мы опять просыпаемся в комнате после того момента, как будто нас свернули шею. Нету таракана, видите? То есть это уже продолжение как бы игры. Вот таракан, он символизирует то, что начинается именно совсем новая игра. Мы опять в этой комнатке. Пакетик колышется, ну, с нами уже не разговаривает. Типа это сверх его способности там или что, попуститься до нашего уровня и пакетику говорить с живым человеком. Ну, что не совсем живым. Пакетик с нами разговаривать не хочет. И вот сейчас начинается самое интересное. Сейчас вот осмотрим здесь комнатку. Вот лялька лежит на месте, все. Вот мы опять здесь, только как будто игра заново началась. Мы опять пытаемся ждать звонка, но это ничего нам не помогает. Свет не горит, из домика нас не выпускают. Зато нам дали фонарик изначально. Обычно фонарик мы должны были подбирать, а тут фонарик есть сразу. То есть уже можно догадаться, что это делать. Ну, в общем, также в гайдах написано, надо дождаться 3 детских смеха, и тогда будет чудо. Ждать его можно несколькими способами. Встать у часов, дождаться, пока прозвучит колокол, сделать 10 шагов в любую сторону и услышите первый детский смех. Можно смотреть на телефон и ждать детского смеха. Тоже как бы один вариант из 3, что он у вас будет. Можно смотреть на радио и ждать детского смеха. Тоже есть вариант, что у вас первый смех будет. Но первый смех, как правило, добиться легко очень. Вот еще одно правило, которое мне помогло пройти эту игру. То есть я подключил гарнитуру, как они советуют. И вот спустя какое-то время я стоял у радио, услышал смех. Побежал к телефону, услышал 2 смеха подряд, джойстик начал вибрировать, и мне позволили приблизить телефон еще сильнее, чем ну, на R3 также кнопочку нажал. Еще сильнее приблизился телефон, и мне сообщили о том, что я был выбран. Звук этого детского смеха не записался по той причине, что я подключал гарнитуру. Я захотел выйти через главный выход, но меня не выпустили. Я тут метался какое-то время, в итоге плюнул на все и пошел в подвал. Думал, что ивент у меня не получился. И вот здесь вот самая изюминка, самая-самая изюминка, оказывается, кроется.
Ну вот это вот самая концовка игры, в которой нам сообщат, что это, именно это был за трейлер. But guess what? I will be coming back, and I'm bringing my new toys with me. Как можно понять из этой демоверсии P.T, грань между игрой и реальностью уже стерта абсолютно. Это вот зловещая атмосфера, которую мы получили, проходя вот эту демку, до мурашек в кости, как говорится, проели нас муравьи насквозь. Этот тут самый актер Норман Ридус, играющий роль Дэрила Диксона в сериале «Ходячие мертвецы». Играть в Silent Hill, новый, который выйдет в 2015 году, по-моему, они анонсировали, будет крайне жутко. Лейбл тизер. Коджима после прохождения этого тизера игрового, я понимаю, что он шизанутый на всю голову. И либо он настолько гений, как говорится. Я не знаю, в чем различать их, но это было ужасно и непередаваемо. После прохождения нам заставляют проходить игру еще раз. Я обязательно сниму гайд краткого прохождения этой игры. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Magic people, voodoo people.